Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Этот день стал трагедией для всей страны. За годы Великой Отечественной войны пало больше 27 миллионов человек. В честь каждого из них в городе зажгли сотни огней в надписи «Мытищи помнят». В акции «Свеча памяти» мог принять участие любой желающий. Зажечь огонь и почтить подвиг настоящих героев того времени. Как говорится, маленькое дело для большой памяти всего народа. К патриотической акции в Центральном парке присоединились десятки горожан. В 4 утра мытищинцы почтили память тех, кто сражался за родину. Главными участниками стали дети. В современном мире это самый главный ресурс человеческий и ресурс страны. Воспитать детей в духе, так сказать, патриотизма, в духе любви к родине. Это самое ценное, что вообще-то есть у государства, уважающего самого себя. Артему Симакову 15, уже больше года он носит гордое звание юнармейца. Парень признается, что для него это как звание, которое не дает забыть героические поступки его предков. Школьник ежегодно участвует во всех мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, и с дрожащей рукой возлагает цветы к вечному огню. У меня воевало немало предков. Были и моряки, и летчики, и даже обычные военные. Там у меня много кто был. У меня были даже медики военные. Наши деды дали нам спокойный сон. Мы можем спокойно встать, пойти куда-то прогуляться, да даже просто учиться, двигаться дальше. Его коллега по патриотическому цеху Бегим Иманова в свои 13 уже опытный юнармеец. Больше 3 лет школьница призывает своих сверстников изучать историю своей семьи. Я думаю, что каждый человек должен знать историю не только своей страны, а своих предков, чтобы продолжать передавать своим внукам и так далее, чтобы никто не забывал, почему у нас сейчас мирное небо над головой, почему у нас светло, почему мы так живем. Потому что наши предки отдали за это жизнь свою. Утренняя свеча памяти завершилась минутой молчания и возложением цветов к вечному огню.